В работе еще одной радиостанции дали сегодня в Туле. Участие в запуске принял губернатор Алексей Дюмин. Он осмотрел студию и записал обращение для радиослушателей, пообщался с журналистами. Им он пожелал качественных репортажей и своевременной подачи информации. Затем последовали вопросы. И первый – обижаетесь ли вы на журналистов? Нет, ответил губернатор и добавил – благодарен. Чем больше будет доказательной критики, тем больше будет успехов. И посоветовал не забывать рассказывать не только о проблемах, но и о их решении. Еще один вопрос. Как работается на тульской земле? Нахождение на тульской земле – это колоссальная ответственность и колоссальная нагрузка. И эти вещи связаны с тем, что туляки – народ твердый, народ жесткий, народ непростой, но мне очень близки по духам. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы меня не только верили, но и я сам лично те обещания, те вещи, которые мы обозначили в программе социально-экономического развития, те обещания, которые я давал тулякам, чтобы эти обещания я исполнял.